Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. У нас с тобой 11-й день, и я забираю 3 миллиона древесины. Хотя этой древесины у меня, знаешь, сколько? Очень много, на самом деле. Так, ну что, давай, наверное, с тобой сходим на рынок и откроем бесплатно пак. Это первонаперво, что нам нужно сделать. Так, монетки Одина, будем с тобой опять собирать монетки на какой-нибудь замечательный пак, из которого нам выйдет какой-нибудь дубль, который у меня уже есть. Ну, согласись, в тот раз было, конечно, очень обидно. Скользкопиво, когда мы получили с тобой. Так, ну что, давай, наверное, еще глянем с тобой загадочный пак, который нам дается за рекламу. Так, ну что, монеты Одина 9 штук, как обычно, в карман. А здесь у нас просто ресурсы. Ну что ж, немножечко обидно, но ничего с этим не поделаешь. Так, а что нам принес Беззубик? Давай посмотрим. Ничего опять хорошего. Что-то в последнее время он совсем, друзья мои, расслабился. Ничего не хочет мне приносить путевого. Так, кревет. Ну если ты и сейчас... Да вы издеваетесь. Ребят, ну это трындец какой-то, просто трындец. Это специально все, мне кажется, делается. Иди обучайся. Так, скалотряс у нас прокачался маленечко. Так, ты у нас по фулке. Ты ждешь своей очереди, да? Шторма... Как тебе, шторморез, да? Шторморез, я понимаю. Вон, скажи спасибо кревету, он не хочет никак прокачаться. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас зеленая смерть принесла. Сломанный меч и тусклый янтарь. Отправляем дальше на поиски. А мы с тобой откроем здесь пак, который уже созрел, естественно, на открытие. Древоруб, чудовище, кревет, кривоклык. Отлично. Давай следующий сразу пак активируем. Так, что же я хотел? Древесину забрать? Да, заберем с собой древесину. А почему я, интересно, Громля не отправлял на поиски древесины, а? Так, Костолом тоже получает уровень. Ну что, давай, наверное, мы с тобой сделаем как... Так, у нас древоруб 60-й. Так, Костолома будем прокачивать. Пускай идет тренироваться. Так, следующий у нас будет... Ты-то как там? Блин, из-за того, что, ребята, он не переведен в Титан, я не могу его дальше прокачивать, понимаешь? Он 51 уровня, ему осталось 9 левелов поднять и все. Ладно, придется тогда скалотряса качать. Ну а что делать? Другого варианта я не вижу. Так, у нас, по-моему, там еще есть местечко, если я не ошибаюсь. А нет, все забито. Ну что же, тогда давай отправим с тобой Беззубика в приключение. Нет, давай на поиски. На поиски только вот кого? Сейчас посмотрим. Ну, наверное, по порядку будем, да? Мы с тобой Верховную Тень так и не нашли. Пускай он ее летит, ищет. Опять же, я трачу руны. Не знаю, зачем. Так, ну что, Громгильда, ты мне руны, да, принесла? Окей, лети дальше. С, А, давай А. Бесплатно. Так, Кривоклык, иди ищи маму. Бесплатно. Барсик, ты у меня... Что? Ну, конечно же, шестеренки. Что я еще могу заслужить? Только шестеренки, ребят. Жуткая цыпа. Опять же, бесплатно. Так, ну и Сарделька. Что нам принесет? Давай посмотрим. Тут 4 руны и тут, ребята, 4 руны. Но мне кажется, нам выпадет с тобой тусклый янтарь. Нет, руны все-таки. Ну давай, 4 руны. И отправим его дальше в приключение. Так, это нам не нужно. Пускай летит. Здесь у нас 1 час 34 минуты. Что ты принесла? Опа-на, это же яйцо кревета, насколько я помню, да? Или я ошибаюсь? Слушай, ну главное, что хоть что-то принесла, друзья. А то, по-моему, это яйцо кревета. Вот мы отправляли сюда. А, нет, ребята, это не кревет. Это крылатый ужас. Точно, крылатый ужас. Ну ладно, пускай летит тогда дальше искать что-нибудь. Крылатый ужас, я думаю, наверное, стоит прилично по ресурсам.
Так, здесь я обменивать ничего не буду. Так, уникальный. Где я его должен найти, извини меня, вот эти вот бочонки? Скажи-ка мне на милость. Блин, я когда-нибудь получу этого вечнокрыла? Мне нужны вот эти вот знамена и колокольчики. Тут ракушки, да? 20, а сколько? 13. 13 ракушек, тут 7 капканов. Тут этих шестеренок нужно целая тонна. Хорошо, заберем с тобой здесь награды. Опачки. Так, ну что, вроде бы все сделали. Да, такое основное. И теперь я, наверное, думаю, пора к нам идти с тобой на испытание. Мы с тобой это испытание не закончили. Тут еще довольно приличное количество заданий. Так что давай начинать потихоньку. Что у нас тут? Так, кревет и шепот смерти. Понятное дело, волны будет здесь 3 штуки. Блин, ну я даже не знаю. По идее, надо уничтожать шепот смерти. Но кревет тоже опасен. Так, тихо, успокойся там, не буянь. А ты посмотри, что он делает. Ты посмотри, сколько он всыпал. Так, ну что, давай его тогда, наверное... Ох, сейчас, не дай бог, добьет мне. А он может. Но он почему-то не стал этого делать. Так, бомбим. Слушай, нам нужно срочно с тобой отхилять. Если... Нет, не получится, да? Надо будет его в слепоту бросать. После этого будем бомбить. Так. Он очень, конечно, серьезный противник. Очень сильно бомбит. Так, здесь у нас кто? Шепот смерти и Громель. Ну что же, будем, наверное, с шепота смерти начинать. Так, хорошо. Можно усыпить. Давай так и сделаем. Пускай они там спят все. Шепот смерти мы с тобой добиваем. Ой, шепот смерти. Душитель, конечно же, ребят. Что это у меня в голове, шепот смерти? Молодец какой, а. Так, ну ты-то успокойся, пожалуйста. На тебе. Какой я тяжелый на разбор. На тебе слепоту. Чтоб не буянил здесь, да? Уклонились. Удар. Ну и остается добить. Третья волна, друзья. Третья волна, и здесь у нас твою ж налево скала и... Костолом. Ну, будем начинать со скалы. Потому что скалотряса... Ой, скалотряса. Костолома мы как-нибудь еще переживем, я думаю. А вот этого гаврика вряд ли. Правильно. Бей своих, чтоб чужие боялись. Так, что он сейчас будет делать? Понятно, атакует, да, значит? Ну, здесь, мне кажется, мы в любом случае с тобой пройдем, потому что... Сейчас он будет делать... Удар. Мы с тобой бомбанем. Ага, погоди. Знаешь, что сейчас будет? Сейчас будет одна неприятная вещь. Он будет разбегаться. Он будет разбегаться и... Бедный мой барсик, а. Давай так сделаю тогда. Скорее всего, барсику крышка. Да, друзья. Барсику была крышка. Так, я думаю, что этот добьет, наверное, скалу, ну, отлично. Ну, а мы, в свою очередь, добиваем, конечно же, Костолома. Так. Уклонились и добили. Отлично. Побед за нами. Так, ну мы крутим с тобой колесо. И прилив сил, да неужели? Ты прикинь? Окей, и что еще? И рыба. Понял. Так, а теперь, друзья мои, будет мини-боссик. Поехали. Кто же там у нас, интересно? Так, смотри. У нас здесь прихвостень. Блин, да они тут все сильные, если честно. Давай начнем, наверное, с прихвостня. Крылатый ужас пока подождет. Ай-яй-яй.
Так, сейчас прихвостень будет ходить. Потом барсик. Потом опять они. Так, ну-ка посмотрим. Это чуть терпимо было. Слушай, я, наверное, знаешь, что сделал? Нет. А вообще-то да, хильнемся мы лучше с тобой. Лучше так сделать. У него пока энергии мало, он ничего нам не сделает. Ну, будет атаковать. Да и все. Так. А, наверное, хильнемся. Ударим. Ну, блин, ты посмотри, а, докопался. Переходим с тобой на вторую волну. Начнем, наверное, со злобного змеевика, я думаю, да? Ё-моё, что они творят? Дичь какую-то творят. Давай вот так вот сделаем. Пускай он бомбит своего дружка. Вот так вот. А мы его будем потихонечку прессовать. Совсем по чуть-чуть. Так. Здесь мы, наверное, с тобой хильнемся. Этот сейчас бомбанет по своему же. Нормуль. Тем более он еще и понизил ему атаку. Вообще великолепно. Так, ну что, добиваем. Иди сюда, хлыщ. Будем сейчас с тобой разбираться по-мужски, да? Что-то придумал. Ну все, парень, тебе крышка по ходу дела. Так, и у нас третья волна. Друзья мои, третья волна. Ёпрасоте. Громобой. Костолом, вы серьезно? О-о-о. Трындец, по-моему, друзья. Приплыли. Я даже не знаю, что делать. Наверное, заморозку буду делать все-таки. Это финиш. Посмотри, какие они жирные. Просто на них полюбуйся. Этого я пока трогать не буду, лаварыга. Как-нибудь попробуем справиться без него. Так, секунду. Еще спят, и пускай спят пока. Так, этот проснулся. Ой, точнее, атакует. Добьем. Норма. Так, вот они и проснулись все, да? Костолом будет сейчас разбег делать. Нет, нет, ребята, что-то он не стал делать. Тогда надо валить его. И очень быстро. Так, лаврык, успокойся. Так, нам нужно вот этого ушатать с тобой. Во что бы то ни стало. Ты посмотри, какой он тугой на разбор, а? Ужас просто. Мы энергию с тобой не тратим. Она нам нужна будет для того, чтобы сделать еще одно ослепление. Так, сейчас будет... Правильно, в своего. Молодец. Костоломчик. Давай-ка еще разочек повторим. Это пока там в оглушении. Будем бомбить. Так. Отлично. Ну что, добьешь его, кривоклык? Отлично. Так, ребят, ну что, остается лаварык. У него очень мало здоровья, у него мало энергии. Поэтому мы его сейчас распетрушим. Все. Прошли довольно неплохо и быстро. Так, ну что, ребята, крутим колесо. И рыба. Рыба 7,5 миллиона. Хоть бы выпал раз вот тот пак мне, а? Так, а тут древесина 13,5 миллиона. Но мы с тобой забираем цветочки Фрей. 250 штук. Прекрасно. Так, у нас здесь бой. Потом, по идее, мы получим с тобой пак. Я на это надеюсь. Так, здесь никаких боссов не будет. Здесь будет обычный бой, состоящий, наверное, из трех или из двух. Две волны, скорее всего. Три. Так, ну что, шепот смерти у нас. Он ходит первым. Так, ну я смотрю, он ватненький, да? 13 уровень. Как раз для нас. Так, сейчас он что-нибудь фыркнет. Докопался, а? Пока. Так, здесь у нас кто? Водорез и Хофер. Блин, это плохо. Так, водорез, что ты там собрался делать?
Слушай, они что-то все ребята встали против моего родного Кривоклыка. Все абсолютно. Давай-ка их баньки отправим. Окей. И добьем. Минус один. И сейчас мы с тобой водорезика ушатаем. Так, он сейчас, конечно, что-нибудь сделает, пакость какую-нибудь. Это плохо. Это плохо. На тебе, гаденыш. Так, мы можем... Да мы, скорее всего, ее добьем сами. Так, а здесь у нас ужасное чудовище плюс костолом. Естественно, начнем с чудовища. Но помогать нам будет именно чудовище, да? Давай, пускай фыркает здесь. Потому что, ребята, он красный, как раз урон по зеленым. Точнее, он зеленый, урон по красным. Так ведь идет. Так. Костолома я не боюсь. Единственный, конечно, плохой вариант, если он начнет разбегаться. Тогда да. Но мы сейчас им займемся уже вплотную. Так. Ну что, добиваем мы с тобой чудовище. И вешаем слепоту. Все, друзья мои. Костолом в наших руках. Ничего он здесь уже не сделает. Потому что он ослеплен. А мы с тобой только лишь разберем его. Вот, что и требовалось доказать. Ну, а мы крутим с тобой колесо. Да ладно, неужели пак? Ну, хоть что-то. Будьте добры, здесь тоже еще один пак. Ага, губишки раскатил. Древесину вам получи и радуйся. Так, значит, мы не получим еще, да, вот этот пак? Еще один бой предстоит. Вот жучары. Ну что, ничего не поделаешь, ребят, придется драться. Громобой. Громобой-защитник, по-моему, это, если я не ошибаюсь. Поехали. Опять три волны. То есть две волны уже, наверное, не будет, ребят. Ну-ка. Так, Барсик, сможешь добить его? Нет, не сможешь. Понятно. А он опять будет мне, да? Да, ветрокрыло бомбит. Потихоньку-потихоньку бомбит. Так, ну кто у нас тут? Ага. Давай тогда сделаем так. Теперь вот так. Пускай атакует зелень. Этот тоже, ребята, может хвостом. Как его там? Я уже забыл, как его увеличать-то. Шипохвост? Нет. Как-то по-другому. Он может разбежаться и звездануть хвостом своим. Что будет очень и очень плохо. Он сейчас, по-моему, так и сделает. Так и есть, ребята. Бамс. Бедный барсик мой, а. Аж дар речи потерял. Так, ну мы хренемся с тобой тогда уже. Опять сейчас будет бежать. Ой-ой-ой. Я так могу потерять своего барсика, если честно. Давай хренемся. Слушай, а почему-то... А, нет, сейчас нормально все. Я уже думал, почему он так быстро накапливает энергию. Переключился, молодец. Так. Укус. Хиляемся. Отлично. Но. Да в плане, он с трех энергий, что ли, может... Да на тебе. Достал уже просто в корень. Так, тут кто у нас? Громомой. Пристиголов. Так, тихо. Блин, они все на барсика, ребята, переключились. Они все переключились на барсика. Скорее всего, хотят его уничтожить. Но мы попробуем отбить нападение это, да? Минус пристиголов. Так, наверное, вот этого будем теперь пытаться разбирать. Здесь хернемся. Так, что ты там придумал? Ой-ой-ой. Как было больно. Так, и... Блин, а этот что, проснулся, что ли? Что-то он как-то быстро оклемался. Так, мне нужно слепоту. Вот, все. Выкрутились мы с тобой из этой ситуации.
Поздно, как говорится, махать крылышками, когда почки сели, да? Сейчас мы его ушатаем. У нас еще один как раз ход на слепоту. Пошла. Атака. И добивка. Вот так вот, друзья мои. Вот так вот надо играть. Давай-ка крутим колесо. Ну, тут понятно, древесин. А, нет. Ах ты, плод мудрости. Хорошо, ребята, я уже думал, сейчас на древесину перепрыгнет. Плод мудрости, это всегда классно. Так, ну тут рыба, фиг с ним. Так, забираем с тобой пак. И у нас еще одна энергия. Одна энергия, то есть мы еще можем с тобой вот здесь подраться. Слушай, ну тут что-то дофига еще получается у нас. Ты посмотри. Я боюсь, мы с тобой даже на следующую серию не пройдем это все. Потому что 58% только пройдено. Это серьезная заявочка. Ну что? Начнем с душителя, да? Начнем с душителя. Потом уже возьмемся за змеевика. Я думаю, это будет оптимально для нас. Блин, лютуют. 14 уровень врагов. Он еще, блин, смотри-ка. Он еще и усилился, а? Мы можем, наверное, сделать с тобой... Нет, так не хочу. Так, кому-то сейчас прилетит, и очень больно. Твою же девизию. Ты смотри, что творит, а? Так, здесь мы его ослепляем. И сейчас будем хиляться потихоньку. Сейчас будем с тобой потихонечку отхиливаться. Давай я вот так, наверное, сделаю. Здесь ударим. Так, он сейчас промахнется, естественно. И мы хиля... Блин, на отхил нужно две. Придется тогда вот так делать. Что-то не выходит у нас с тобой отхиливаться с помощью ветрокрыла. Вот не получается и все. Так, что ты там придумываешь? Берем с тобой вот этого в оборот. Пускай он там будет бомбить, оглушать, я не знаю, что хочет, пускай делает. Лишь бы нас не трогал, да? А мы будем вот так вот делать. Так, три энергии, сейчас что-нибудь полыхнет. Так и думал, а? Так и думал, что что-нибудь полыхнет. Так, добивает своего кореша. А мы будем уже добивать его. Пытаться, по крайней мере. Так. Окей. А, он же сейчас будет таранить, ребята. Три энергии у него. Нет, не стал. Странно. Так, берем его под контроль. Ударяем. Сейчас будет разбег делать. Естественно, ребята. Ну тут дудки. Бомбим. И добиваем, да, получается. Третья волна. Кто тут, ребята? Тут водорез и змеевик. Ё-моё. Тут, конечно, наверное, нам придется усыплять их всех. Это однозначно. Всех отправлять в сон. Ну, доживем ли мы? Вот какой вопрос меня интересует. Посмотри, что творят, а? Так, ну что? Давай, ветрокрыл. На тебя смотрит вся деревня викингов. С кого начнем? Наверное, вот с этого. Поехали. Сейчас мы его с тобой уничтожим. Так, прихвостень минус. Давай теперь этого. Стоп, они очнулись, да? Кто будет первым ходить из них? Слушай, я думаю, водореза надо брать под контроль. Вот так вот. Здесь я правильно сделал выбор. Так. Бомбим. Водорез, давай, уничтожай его. Спасибо. Кусаем. Так, бомбим. Атакуем. Ну, я думаю, здесь выиграли. Здесь мы с тобой выиграли. Ну и слава богу, как говорится. Так что, ребятушки, все пучком.
крутим колесо, смотрим, что нам выпадет. Древесина, 22,5 миллиона. Неплохо так. А здесь... Да, ставьте загадочный. Хотя зачем мне загадочный, ребята, это же обычный пак. Ну да. Ладно, энергия закончилась. Пойдем с тобой открывать то, что мы уже получили. Блин, рыбы, древесины, просто тонны. Ну-ка, так, рыба. Шторморез, по-моему, там, друзья мои. А, острокоготь. Слушай, ну неплохо. Он у нас, правда, есть уже. Но я его в ангар. Да. Следующий пак. Где он тут у нас? Вот он. Новый набор карт. Серия испытаний. Кто это у нас там в конце? Ух ты. Острокрылый змеевик, эксклюзивный. А у меня он есть? Сейчас напишут. Да, у меня уже есть в наличии. Так, пускай летит в ангар. И последний пак. Где он у нас? Вот он, загадочный. Монетки Одина. Все понятно. И... Так, шторморез, шипорез, громль. Ну и просто ресурсы. Но все равно, друзья мои, очень-очень неплохо. По крайней мере, мы получили с тобой два дракона, хоть они у нас и есть. Но их можно будет обменять потом на ресурсы. Так. Опачки, обмен на янтарик. Так, что еще мы можем с тобой здесь замутить? По испытаниям, по событиям все пока, да? 4 дня еще в запасе есть, так что успеем пройти. Ну что, наверное, пойдем с тобой сегодня еще на арену поиграем, да? Ну да. Пойдем на арену, давно там не были. Нам нужно тут со всеми, ребят, немножко еще 5000 кубков, и мы с тобой перейдем на 7-ю арену. Команду я пока менять не стал. Оставляем прежнюю. Вот совсем мне не нравятся вот эти вот красные. Совсем не нравятся они мне. Громорок, успокойся. Так, бомбим. Сейчас они как вдвоем тут меня расплющат. Чудовище это... Ой-ой-ой. И скалотряс. Скалотряс 100% будет сейчас кусать ветр... Оу. Смотри-ка, он почему-то, ребят, не стал ветрокрыло кусать. Блин, этот бомбит. Так, если мы с тобой выживем до сна, я буду их усыплять. Да. Пускай спят. Отлично. Так, добить не успею. А, нет, успею, успею. Окей. Так, атакуем теперь этого паршивца. Хотя зачем? В слепоту. Чтоб без риска. Но он тяжело, конечно. Зеленые всегда тяжело разбираются, потому что это стражи. Красные это у нас дамагеры, да? А фиолетовые у нас кто они? Кто у нас фиолетовые? Синие хитрость, а фиолетовые... Блин, а я вот и не помню, кто они. Так, здесь у нас с тобой душитель. Лаварых это фигня. Вот душитель. Это самый главный враг наш. 14 уровня. Так, сейчас кому-то бомбанет. Вот меня бесит, что он при обычной атаке еще и понижает защиту мне. Это слишком имбово, мне кажется. Ну что ты там еще придумываешь? Блин. Оборзели, я смотрю, вообще в корень. Так, давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Вот так вот, пускай бомбит своих лучше. Пускай понижает им защиту, что хочет делает. Так, лаварык, успокойся, не лезь. Подхалим, фу, подхалим. И этот тоже туда же, понятно. Давай, душитель, что-нибудь думай. А почему же ты не защиту-то ему не снял-то, а? Душитель, почему ты не снял с него защиту? По мне, значит, когда бомбит, он снимает. А этому нифига. Молодец. Хорошо устроился, ничего не скажешь. Этот, как всегда, у кого меньше здоровья, того и атакует.
Плешка несчастная. Ладно, будем бомбить его. Давай, помогай, уничтожай своего другана. Вот так вот. Хотя бы атаку ему понизил, уже плюс. Ну что, сейчас распишем его, да? И возьмемся за этого хлыща. Так, подожди-ка, слепоту, наверное, надо повесить. А теперь будем его раскручивать. Конечно, губишки раскатал парень. Остынь. Да что такое-то, блин? Ходит через каждый... Подожди, блин. Придется, наверное, усыплять тогда. Слепота с него быстро сходит, вообще быстро. Ну что, кусаем и добиваем. Вот и все. Да выпендривался. Ну что, думаю, для начала неплохо. Давай, а давай-ка мы, знаешь, что сделаем с тобой? Возьмем вместо Барсика. Вместо Барсика. Кстати, подожди-ка, у нас злобный змеевик. Может прокачаться или нет? Почему у меня поиск написан, а? Друзья мои, неужели он не найден? Я не могу никак понять. Давай попробуем с тобой снарядить вместо Барсика тройной удар. Ну, просто потому что мы с ним давно, как говорится, не играли. Хочется поюзать маленько. Уровень, конечно, уступает, 11 всего лишь. Но, тем не менее, просто разнообразим немножко, да? Сейчас, мне кажется, сейчас он у меня получит по первое число. Начинается, да? Так. Ну, естественно, душитель тут будет самый первый противник у нас, которого нужно будет разобрать. Ай-яй-яй. Атакуют. Ну, ты посмотри, что делает. Сейчас еще и уничтожит, да, его? Быстро, очень быстро они с ним разобрались, если честно. Прям вот моментально. Давай, душитель, будешь за нас теперь. Я боюсь, как бы нам тут не проиграть. Ведь можем. Так, сейчас они вдвоем сходят. Твою налево, это сейчас будет атаковать. Естественно, по пониженной защите. Че бы не атаковать-то? Так, сюда ударим. Мне, ребята, кажется, что мы сейчас фейлимся, потому что этот будет делать разбег и уничтожит мне кривоклыка. Вот стоило, называется, поменять. А нет, вон он как сделал. Слушай, может быть, обойдется? Ну, посмотрим. Прекрасно. Очень хорошо, ребята, это прямо имба. Это вообще класс он сделал. Так, слушай, нам бы с тобой... А не получится, да? Хотя, подожди, почему не получится? Он сейчас сделает удар. Надеюсь, мощный. Нет. А это сейчас с разбега уничтожит кривоклык. Уклонение, ребят, прикинь. Уклонение сработало. Тогда мы сделаем с тобой проще. Вот так, а этого я уже, блин, не добью. А он сейчас добьет, скорее всего. Ай-яй-яй, ребята, вот это плохо. Вот это плохо, как я буду теперь, интересно, уничтожать этого. Фу. Все, теперь они меня распишут здесь. Они меня сейчас, друзья мои, распишут. 100% тебе говорю. Но этого я уничтожу, это понятное дело. А вот с этим-то что делать? Я не знаю, как с ним быть. Это нам повезло, что у него слепота висела. Так, давай его усыпим. И атакуем. Так, сейчас он меня ударит. Сейчас ударим его мы. Потом он сделает разбег. И, скорее всего, крышка мне будет, ребят. Он меня не выпустит. Он меня не выпустит теперь из этого. А, ничья. Ну, хотя бы так. И я решил поставить обратно, но, наверное, все-таки не змеевика этого, не, то есть как его, не Барсика, а попробуем через стальной капкан. Видишь, если бы не маленький уровень, 11-й, да?
Мы бы здесь очень хорошо держались бы, поверь мне. Но только лишь уровень нас подводит. Ого, ничего себе у них тут команда, смотри. Баффер, заморозка. У-у-у. Так. Я даже не знаю, что и сделать. Давай, наверное, баффера будем убивать. Громорока. А там посмотрим, что у нас получится. Так, сейчас они втроем будут ходить, прикинь. Хотя нет. Если я сделаю так, к примеру, да? Этот убил все-таки, а? Убил! Гаденыш. А этот просто атаковать будет. Так, теперь мы добьем. Окей. Так, сейчас этот и потом опять же. Ё-моё, по-моему, ребят. А, нет. Я думал, сейчас будет замораживать нас. Ну, все, слава богу, обошлось. Так, теперь делаем вот такую штуку. Пускай он бомбит своего же. Мы поможем, естественно. Но только вот так вот сделаем. Раз. И два. Для чего я это делаю? Потому что, ребята, чтобы быстрее нам потом его уничтожить. Интересно, он будет сейчас делать заморозку? Не, не стал. А этот сейчас что-то сделает. Трындец, ребят. Вот так вот можно и сфейлиться, если честно. Надо его уничтожать. Пока, блин, не поздно, если честно. Пока не поздно. Так, этот его сейчас ушатает. А нам надо теперь брать вот этого. И причем не выпускать, ребята, его. Не на секунду, потому что, видишь, у него полностью шкала заполнена. Если он выйдет из слепоты, он начнет бомбить. И бомбить он будет заморозкой, поверь мне. Поэтому контрим его постоянно. Так. Удар. Не даем ему вообще ни секундочки расслабона, видишь? А мы ему слепоту повесили, так что это пока нам не угрожает. Ну и пора его, наверное, добивать, я думаю. Все. Выжили. Ну, а вот и пак вождя, который мы с тобой заслужили. Шторморез, Костолом, Древоруб, Змеевик и Дикарь. Грамгильда. Кстати, Грамгильда скоро прокачается. Еще 7 карточек нужно на нее. Ну что, а мы с тобой идем на следующий поединок. Менять команду я пока не стал. Пускай у нас стальной капкан посидит. Чуть-чуть. Блин, шипорез. Так, ладно, посмотрим. Ну, видишь, что они делают? Они сразу атакуют слабых. Вот это меня очень сильно убивает. Раздражает, прям не могу. Так, ну что, мы с тобой продолжаем нашу эпопею. Так, капканчик, давай, наверное, зарядим, да? Давай. Пускай будет лучше так. Упс, они, естественно, начинают стального капкана бомбить. Даже так. Знаете, еще разочек. Слушай-ка, по-моему, они, ребята, сделали огромную ошибку. Ты спросишь, какую? Хотя, погоди. Так, этот же будет сейчас, блин, разбег делать. Он сейчас будет разбег делать, ребят, нам нужно, наверное. Или так бомбануть все-таки. Ладно, я рискую. Он будет разбег делать сейчас. И, скорее всего, будет вырубать мне капкан. Так и есть. Но, тем не менее, у них здоровья мало. Хотя у нас тоже не очень много, ты смотри. Я бы даже сказал, очень мало. Так, они замедленные все, да, поэтому... Ать, хорошо-то как. Ой, как хорошо, друзья мои. А что мы теперь можем сделать? Сон. Или отхил. Наверное, скорее всего, нам нужно сделать сон. Так, теперь кусаем его. Он проснулся, да? Делает разбег, уничтожает кривоклык. Ну и мы с тобой должны его уничтожить. Вот так вот, друзья мои. Все четенько. Поздравляю нас с очередной победой. И мы двигаемся дальше. Смотри, какая нам досталась команда. Все фиолетовые. И уровни 15-16. Зашибись. Обалденно просто. Тут еще и тройной удар, ё-моё. Офигенно. Естественно, они сейчас... Ну, это я не знаю, ребят. Это, по-моему, фейл уже.
Это уже вроде бы как фейл. Нам тут уже ничего не поможет. Да ты посмотри, они ходят друг за другом. Охрененно поиграли. У меня просто нет слов. Вот это мы сыграли с тобой. Просто фиолетовый разнесли меня тут в хламину. Прикинь. Ну, естественно, ветрокрыл здесь один не справится. Он ничего здесь не сделает. О, они и просыпаются быстро, зашибись. Нет, все, тут крышка. Тут крышка, блин. А вот был бы у меня здесь барсик, он бы от фиолетовых урона столько бы не получил бы. Ну, ничего с этим не поделаешь. Просто в сухую практически проиграли. Ни одного дракона не победил. Я еще удивлен, как он промахивается. Все, теперь не в сухую. И слава богу. Но все равно проиграли. Так, друзья мои, я обратно вернул барсика в отряд, но только лишь потому, что уровни пошли уже 15-й, 16-й. Ну, ты сам видел, да? Только лишь из-за этого. Так бы я играл бы дальше бы стальным капканом. Просто тут, конечно, идут разборки уже на высшем уровне. Ты сам видел. Я знаю, что от барсика здесь мало толку. Нет у него никаких суператак. Но у него, во-первых, 14 уровень, он живучий. Это раз. Во-вторых, он хотя бы, ну, выдержит какие-то атаки усиленные, да? Наших врагов. Остальные же просто сдуваются. Я имею в виду, если стальной капкан или там, например, тройной удар, скалотряс, они все сдуваются. Так что нам как бы только один вариант. Ставить самую имбу. Так, сейчас что-то будет. Смотри, шкала полностью заполнена. Неужели он ждет ветрокрыла, чтобы тот проснулся и звезданул по мне своим сном? Скорее всего, он так и хочет сделать. И это сейчас будет, скорее всего... Да. И он это делает, друзья мои. И он очень много нанес урона, ты посмотри. Сейчас кого? Понятно. Это плохо, друзья мои, что именно Кривоклык пострадал. Потому что, на самом деле, я хотел... Ё-моё, как мы будем тут с тобой... Да ты запарил, он опять сейчас сделает свой сон. А, нет, там 5 энергии нужно, 5. Ничего он не сделает. Ну и мы, скорее всего, ничего ему не сделаем. Точнее, победить мы его не сможем. Сейчас он сделает свой сон. И мы проиграем. Странно, почему он не делает сон? Слушай, это наше спасение, друзья мои. Он не стал делать при заполненной шкале свою магическую атаку. И только из-за этого он проиграл. А так бы проиграли мы. Ну что, у нас, наверное, последний бой. Если мы с тобой победим этих трех драконов, мы получим пак. Начну тогда с тройного удара. Блин, как ты бьешь-то сильно, а? 15 уровень, неужели такая вот разница? Зеленые, ну-ка смотрим, зеленые. А, так они по фиолетовым наносят усиленный урон, правильно. Это сейчас, естественно, ну, конечно, куда же без этого-то подхалима. По-моему, сейчас ребята нам барсика уничтожат. Угу. Так, ну что мы с тобой сделаем? Ну, мы, наверное, добьем, скорее всего, вот так вот. А дальше сон. Пускай спят. Ну, естественно, мы с тобой будем разбирать вот этого сардельку. Так. Сейчас я еще слепоту на него повешу, чтобы он потихоньку-потихоньку бомбил лаварыга. Или же наоборот, нет, все-таки сделаем вот так. Пускай он бомбит его потихонечку, да? Раз, два. Мы сейчас будем, кстати, помогать, наверное, ему чуть-чуть. Лишь бы он не использовал всякие тут щиты, ну и все, что у него там есть в арсенале. Щиты, отхил и так далее. Так, ну почти, ребят, почти. Погоди-ка, дай-ка вот так вот. Ух, все, им крышка. Возможно, он даже крит. Нет, не критануло. Так, минусуем. И минусуем. Все. Пак вождя у нас в руках. Сейчас только получить остается его. Ну а вот и он. Забираем и смотрим.
Так, Громоль. Прихвостень. Беззубик, елки-палки. 1000 лет не выпадал. Прекрасно. Так, ну что, мы с тобой забираем все награды эти. Так, 10 рун. О, 60 цветочков Фреи. Теперь у меня вопрос такой. Сколько у нас вообще цветочков? Ребята, 10260. Еще буквально 1000. 1500, да? И мы с тобой возьмем вес начеса. Это будет первый у меня премиум персонаж. И это круто. Это круто. Ну, я тебе скажу сразу. Без помощи этих, как их, всадников, да? Без вот этого бонуса я бы не смог получить. Потому что так мы с тобой получаем цветочки практически за все. За ежедневки, за всякие там испытания. Это дополнительно идет, да? А без подписки на всадников вряд ли бы получилось все. Ну что, ребята, остается нам подождать с тобой немного времени. Тут, надеюсь... Подожди-ка, у нас кто же там? Эти прокачиваются. Так, эти прокачиваются. А здесь у нас... Слушай, мы, кстати, с тобой скоро расширим еще. Вот так вот будет лучше даже. 1000 мы заплатим. И у нас появится еще одно место в святилище Валки. Потому что, ну, на самом деле, тут выбор, да? Либо кревета качать, либо нам, например... Вот. Бедный шторморез никак не может прокачаться. А так у нас будет два места, они будут оба качаться там. Да и шансов, как говорится, будет больше. Да? На то, что они станут титанами. Потому что в любом случае нам скоро дофига кого переводить придется. Потому что условия будут все время усиливаться, усиливаться и еще раз усиливаться. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!